Сегодня мы открываем безопасный маршрут совместно с детской железной дорогой. Основная суть его – напомнить о правилах безопасности маленьким детям, подросткам, которые приходят сюда и отдыхают, и обучаются. Свидетелями открытия безопасного пути. Здесь дети могут научиться и повторить правила безопасности и стать такими же классными юными спасателями, как и мы. Кстати, через пару недель мы уезжаем в лагерь Зубрёнок на республиканский слёт юный спасатель пожарный.